перспектив развития Арктики. Одного из регионов Итак, ответственности очередная наша России. Встреча с вами. Решением важнейшей стратегической задачи для России уже. По освоению Арктики могут Красный стать разработки инженерных школ в Беларуси. Транспортный вопрос один из самых острых сегодня на севере. Мы с вами приближаемся. Ответом на него могут стать транспортные системы второго уровня, года, рельсовые пути, проложенные по эстакадам, большой конференции российской, которая в России будет в городе Москва, требованиям к полярной транспортной схеме, безопасность, высоковольность, устойчивость и рентабельность. Тот продукт, который можно заходить практически в любой большой арктический проект и иметь успех, и это очень важные такие события. Что хотелось бы сегодня это для начала сказать, сегодня. Прежде чем мы перейдем к работе наш канал по самому вебинару. Новости есть, так называемые хорошие новости, и есть плохие новости. Традиционно начну с плохих, хотя хотелось бы слышать только... Так, Артур, я не слышу звук ролика, только диктора. А ролика нету. Ролика не идет, дорогие друзья. Только я вещаю. Артур. А, идет ролик, выключите его. Кто его включил? Сейчас посмотрим. У нас нет такого. У нас ни один ролик не работает. Это что-то у вас там где-то записалось. Итак, новости. Новости, значит, в какого порядка? Это рабочие как бы замечания больше, чем новости. Завершается достаточно уже... Ну, скажем так, сформировалось, пока еще нет общего окончательного описания. Там есть открытые много мест, как мы и предполагали, как я вам говорил, это по крипторешению в нашем случае, так. Но уже интересный, как бы, в целом, как я говорю, система начинает вырисовываться, нужно только привести в порядок детали. Вот, детали и некоторые принципы, без чего дальше идти нельзя. Это раз. Плохие новости... Я обещал плохие, начну с них. Дело в том, дорогие друзья, что перечисление инвестиций финансовые, это, вы знаете, просто вот, ну, не, я извиняюсь, что я трачу ваше время на это, но тем не менее, кто береженого Бог бережет. Но будьте внимательны. Это не относится к, скажем так, к российскому пространству, хотя и они грешат. Там несколько другими способами. Все те, кто перечисляют инвестиции, приводят свой кабинет через SWIFT-систему, банковский перевод, ну будьте внимательны, пожалуйста. Что только не приходится сейчас выдумывать, чтобы ну никак ни влево, ни вправо люди не отступали. Приведу вам конкретный пример, который у меня сегодня съел целый час времени. Значит, люди, кто-то заплатил, на свой счет сумму перевел, сумма там 500 с чем-то евро, фамилия только, и все, и больше ничего. Банк говорит, а извините, спрашивает, а от кого? Ясно, а зачем? Почему этой компании они пришли? Значит, что намеревается? Разберитесь. То есть ни инвойса номера, ни назначения, ну, абсолютно ничего. Или же, значит, тогда уже приведу другой пример. Вчера показывают наши... технические работники показывают длинный, значит, список того, что человек, а это из Германии был платеж, там написали чуть ли свою фамилию, фамилию своего мужа, значит, адрес проживания, это там назначение платежа. Слава Богу, написали номер инвойса, но не написали, что это инвойс, потом написали номер телефона, потом там было написано, что это платеж, значит, трем компаниям. Это как бы, вот были прописаны там три компании. Транстех, Skyway Capital и PayHub AS. Ну, извините, кому, что, зачем? То есть человек, похоже, на всякий случай, все, что попалось под руку, занес в назначение платежа. Вот и банк, в котором он это делал, это позволил это сделать. Так что вот, ну вот всякие интересные вещи бывают, поэтому надо быть очень внимательным. Вторая такая, ну скажем, плохая, неплохая, но тоже информация, касающаяся того, что в европейских регионах время от времени активизируется информация, что нельзя там, не пользуйтесь услугами там такой-то компании,
потому что финансовая инспекция не гарантирует вам ничего. Казалось бы, а что она вообще-то финансовая? Она вообще ничего не гарантирует, но тем не менее они пишут и там ссылаются, значит, на Skyway Capital, ссылаются на проект Skyway и так далее. Вот. Но самое-то интересное то, что откуда это? Когда начинаешь идти по тропке, это уже в интернете, как бы в информационных блоках предупреждение, это предупреждение, ничего страшного, предупреждают, они видят, что какой-то венчурный проект, они потом говорят, что если, не дай бог, что-то случится с проектом, мы, наши руки чисты, мы же вас предупреждали, типа того, потому что 99% или, скажем так, 90% проектов, которые действительно по рынку ходят, они являются таковыми, что они и пирамиды, они и, скажем, и риски, у них показывается, что их нету и так далее. Теперь сегодня у нас вышла в газете, в эстонской газете «Экспресс», вышла, значит, так называемая статья, ну, в принципе, хорошая статья, в которой отображается, вот помните, я говорил вам, что вышла телепередача, вот, но, опять-таки, в бочке меда оказалась ложка дегтя. И они там говорят, что вот, понимаете ли, там вот этот молодой человек, с которым я сидел в студии и рассказывал, они докопались до его сайта. Он очень активный, у него есть свой сайт, сайт Skyway, или поддерживающий Skyway, и там ни полслова не сказано про то, что это венчурный проект. Да, он с восторгом там показывает материалы, предоставляет там, у него есть целая работа в SMM, то есть, ну, так называемый, social mass media, в социальном mass media, вот, но нигде не сказано. И они говорят, видите, привлекает, дурит народ, а фактически это рисковый проект. То есть, казалось бы, у нас у каждого в кабинете, у каждого в договоре есть дополнительное предупреждение, что это проект венчурный. То есть, он имеет определенные риски, которые с переходу, при переходе с этапа на этап уменьшаются. Соответственно, поэтому уменьшаются и дисконты. Поэтому это, за счет этого регулируется вся вот так называемая, ну скажем, вот напряженная часть этого бизнеса. Но там есть и хорошие, скажем так, преференции, то есть предпосылки, о которых мы постоянно тоже говорим. Поэтому, говоря о предпосылках и о выгодах, выигрышах, надо говорить о том, что могут быть и запоздалые исполнения ожиданий каких-то и таких дел. Поэтому и возникают все эти вещи. И еще раз прошу вас, мы не покупаем, мы ничего не продаем. Мы инвестируем или финансируем проект строительства экотехнопарка. Получаем залог, возможность через залог, получаем залог акций закрытого акционерного общества. Они абсолютно внутренний документ этого закрытого. Они нигде не котируются и не нотируются на открытом доступе. Вот. И это является залог. И мы... Те, кто желают, могут воспользоваться и забрать залог до возвращения, или то есть не ожидая возвращения суммы, забрать залог и быть счастливы этим таким образом. Поэтому не покупаем, не продаем. Будьте внимательны и говорите то, что есть в действительности. Так, ролик, опять кому-то ролик там мешает. Уханов Сергей. Ну, давайте сейчас посмотрим ролик. Значит, скоро мы будем смотреть ролик, тогда, наверное, будет ролик у нас. Смотрите, дорогие друзья, значит, что сегодня у нас будет? Предприниматель, инвестор, его инструментарий. Мы подошли с вами к тому времени, мы очень, ну, как бы немало дискутируем, обмениваемся мнениями из головной компании и у себя в правлении Capital. Вот. Что дальше? Как? Какова деятельность? И пришли к выводу, что очень важно сейчас, действительно, одно дело освоить криптовозможности и это направление, не забывая, и основное это направление, это закончить экотехнопарк, довести до конца в этом году, вот, и сертификацию основных видов транспорта, вот, быть готовыми и осуществлять дальше, и завершить на следующий год, в этом году уже физически не успеваем, сделать скоростную трассу, но тем не менее проекты уже можно будет осуществлять при завершении сертификации
городского и грузового транспорта и легкого транспорта в виде юнибайков. Поэтому это очень важно. Но наряду с этим мы уже говорили с вами про инвестиции, про инвесторов, про предпринимателей-инвесторов. Это сфера деятельности, которая благодаря вот этим инструментам, которые здесь показаны, да, дает просто шикарные возможности быть благополучными и процветать. И об этом мы поговорим чуть позже. И очень важно во всей этой ситуации опираться на финансовую грамотность. Именно на финансовую грамотность, ну, скажем так, в понимании нынешнего времени. Таким образом, давайте пойдем дальше. Значит, прежде чем... Сейчас мы с вами подойдем, я сейчас запущу ролик. Сейчас я посмотрю, где он у нас тут. По Upline. Дорогой партнер Skyway. Скажите, пожалуйста, дайте обратную связь. Слышно ролик или нет, когда я его включил? Было слышно или нет? Сейчас я его выключил, остановил. Слышно, да? Все, тогда идем удобным дальше. Удобным решением для развития вашего бизнеса. Upline. Что такое система поддержки Upline и что она делает? Upline делает все то, что должна делать компетентная верхняя линия. Upline поможет вам передать информацию о проекте быстро и профессионально на разных языках, ответит на возникшие вопросы, поможет вашим контактам в принятии решения и даст вам полный обзор происходящего. Вдобавок к ранее упомянутому, система Upline содержит руководство и инструкции, которые обеспечат вам ее эффективное использование. Взглянем поближе на элементы Upline. Первый элемент – видеопрезентация проекта миллионам людей одновременно на разных языках. Благодаря этому качество передаваемой информации сохраняется. Теперь у вас есть возможность продвигать проект Skyway на тех языках, которых вы не знаете, не выходя при этом из дома. Второй элемент. Интерактивная среда часто задаваемых вопросов под названием «Центр ответов». Для более удобного использования вопросы, касающиеся проекта Skyway, разделены на группы. Ответы на вопросы доступны как в письменном виде, так и в видеоформате. Возле каждого ответа находится модуль обратной связи на случай, если ответ не был достаточно понятен или у вас появился вопрос, которого нет в списке. Информация, предоставленная в центре ответов, всегда точна, так как своевременно обновляется. Третьим элементом и незаменимым инструментом рекомендательного маркетинга является центр контактов. Здесь можно управлять своим списком контактов и следить за их активностью. Отслеживать можно каждое действие контакта, начиная с момента открытия электронной почты и просмотра презентации с точностью до процента и до покупки пакета. Чтобы работать было еще удобнее, мы добавили поиск по статусам контактов, возможность комментирования и календарь действий, связанный с Google. Четвертый и очень важный элемент. Что случилось? Так. Что-то наложилось. Интересно. Дорогой партнер Skyway, хочу... Партнер Skyway, хочу Что ж такое? Дорогой партнер Skyway,
Хочу ознакомить вас с эффективным и удобным решением для развития вашего бизнеса. От проекта миллионам людей... проекта миллионам людей одновременно на разных языках. Благодаря этому качество передаваемой информации сохраняется. Так, сейчас что-то тут происходит, почему-то этот ролик не идет. Рекомендательного маркетинга и... Сейчас я его снова загружу. Давайте посмотрим другой ролик. Краткий ролик. Я пока перезагружу тот ролик. Функции Upline можно всегда найти в левом краю экрана. При каждой функции вы можете найти видеоинструкцию, которая обозначена оранжевым значком «Видео», и тур, который обозначен буквой «И». В панели управления вы сможете найти выбор языка и настройки своего пользователя. Также в панели управления вы найдете обзор оповещений, которые нуждаются в срочном внимании, и общую статистику вашего бизнеса. Следующим важным элементом является центр контактов. Здесь вы сможете управлять своими контактами и следить за их активностью. Точная статистика со всеми комментариями о каждом контакте доступна отдельно. В автостроителе бизнеса вы можете высылать вашим контактам презентации, создавать персональные шаблоны или использовать уже имеющиеся приглашения и скрипты для звонков. В центре ответов вы найдете ответы на всевозможные вопросы, которые мы постоянно обновляем. Ответы доступны также для всех членов Upline, добавленными вами. Так, что-то там не то. Сейчас посмотрим, что это нам даст. Это тоже не то. Так. Чтобы нам досмотреть вот этот видео, который остался. Дорогой партнер SkyWay, хочу ознакомить вас с эффективным и удобным решением для развития вашего бизнеса. Я повторы запущу, я не буду сейчас с самого начала, то есть дальше туда переводить. Что такое система поддержки Upline и что она делает? Upline делает все то, что должна делать компетентная верхняя линия. Upline поможет вам передать информацию о проекте быстро и профессионально на разных языках, ответит на возникшие вопросы, поможет вашим контактам в принятии решения и даст вам полный обзор происходящего. Вдобавок к ранее упомянутому, система Upline содержит руководство и инструкции, которые обеспечат вам ее эффективное использование. Взглянем поближе на элементы Upline. Первый элемент – видеопрезентация проекта миллионам людей одновременно на разных языках. Благодаря этому качество передаваемой информации сохраняется. Теперь у вас есть возможность продвигать проект SkyWay на тех языках, которых вы не знаете, не выходя при этом из дома. Второй элемент. Интерактивная среда часто задаваемых вопросов под названием «Центр ответов». Для более удобного использования вопросы, касающиеся проекта SkyWay, разделены на группы. Ответы на вопросы доступны как в письменном виде, так и в видеоформате. Возле каждого ответа находится модуль обратной связи на случай, если ответ не был достаточно понятен или у вас появился вопрос, которого нет в списке. Информация, предоставленная в центре ответов, всегда точна, так как своевременно обновляется. Третьим элементом и незаменимым инструментом рекомендательного маркетинга является центр контактов. Здесь можно управлять своим списком контактов и следить за их активностью. Отслеживать можно каждое действие контакта, начиная с момента открытия электронной почты и просмотра презентации с точностью до процента и до покупки пакета. Чтобы работать было еще удобнее, мы добавили поиск по статусам контактов, возможность комментирования и календарь действий, связанный с Google. Четвертый и очень важный элемент – это обучение и управление командой.
Для успешной работы в SkyWay и Upline вы можете пользоваться как письменными инструкциями, так и обучающими видеороликами. Также в вашем распоряжении различные шаблоны телефонных звонков и приглашений по электронной почте. Можно использовать как и уже имеющиеся, так и записать новые, если в этом возникла необходимость. Система поддержки Upline необычайно проста в использовании. С ней справится каждый участник, независимо от наличия опыта. Таким образом, дорогие друзья, вот давайте теперь разберемся, что здесь мне написали. Витя или Юрий, Владимир, третий повтор идет. Ну что ж, дорогие друзья, я надеюсь, что те, кто послушали и не поленились, те лучше узнали, что такое Upline. Хотя бы на этом уровне. Будьте внимательны. Теперь пишет, что Витя пишет. В упор не понимаю, зачем этот Upline нужен. Есть вебинары на различных языках. Вебинары о чем идут? Вебинары в общем развивают. Upline — это система, скомпонованная, собранная в едино для того, чтобы человек мог работать. То, что у вас там список, это отлично, что у вас есть своя книга контакта в личном кабинете, вся сводка структуры. Тоже хорошо, но просто ли добраться и постоянно с этой сводкой структуры работать? Вы видите только сводку структуры. Вы видите не очень, прошу прощения, я вижу, что здесь написано, но не знаю, кто за этим именем стоит. Вот. Вы видите только структуру и все. А здесь вы видите структуру и с каждым отдельно можете точно работать через приложение. Надо понимать и быть внимательным, что система предлагает, а не отметать ее сразу, что «а, у меня все есть». Теперь, а дальше я специально пропустил дальше, чтобы вы еще прослушали. Там говорится, что есть ролики, есть ответы на вопросы в виде роликов. Вам не надо толдычить. Вы сказали, отослали этот ролик человеку, который задал вам вопрос. Все, и моментом задача решена. Он уже знает, что делать дальше. То есть человеку, который в вашей структуре или который в вашей команде. Неважно, где бы он ни был. Теперь, Нина, это касается, кстати, и вас. Поэтому прошу быть внимательными. И ролики, они для того он и сделан. Сделан достаточно неплохо, если не сказать, что хорошо. Вот, и знакомьтесь. Теперь у меня информация по Upline, и завершим эту тему на сегодня. Значит, в ближайшее время, если будет необходимость, мы обсуждали, дискутировали между собой, надо ли тут сильно разжевывать, не надо. Система сама достаточная. Она позволит ею пользоваться, если с ней работать. А если человек не хочет, так ты ему хоть кол на голове тиши, тут на вебинаре стриптиз, извините за выражение, показывает, ему все равно это будет не ко двору, понимаете? Поэтому надо быть очень, открытыми, к тому, что вы хотите. А мы говорим о предпринимательном инвесторе. Поэтому, если вы хотите быть предпринимательным инвестором, пожалуйста, будьте внимательны, пользуйтесь инструментарием, который мы вам предлагаем. Теперь информация, как я уже обещал, о том, что на этой неделе заканчивается последнее тестирование. Различные контакты между Upline и SkyWay IT специалистами на этой неделе уже, все просто... Все возможные нюансы оттестировали, техподдержка подготовлена, и с понедельника в кабинете будет у вас возможность зайти, как я уже говорил, на стороне партнер, у партнера внизу самая нижняя строчка, как-то открываете партнера, у партнера самая нижняя возможность будет войти в Upline, использование Upline, и это будет как минимум месяц будет так называемый месяц на тестирование. Инструмент для работы. Конечно, правильно. Мне нравится, я не успел прочитать. Действительно, пошла нормальная, нельзя же так, наших спикеров. Да, отличный инструмент для работы, правильно. Эта система анализировать, какие ролики более интересны. Как вариант, Глеб, внимание людей на что... Да, и тем более, что не надо нигде копаться у себя в кабинете. Или, извиняюсь, даже не в кабинете, а у себя в интернете, в компьютере. Потому что то один ролик, то другой, то как кому-то отослал. Там надо вести, тут все подготовлено. Причем это все, как уже объяснялось и объявлялось, будет постоянно обновляться.
Ведь мы не успеваем за теми обновлениями, которые происходят. Мне попросили прислать на английском языке ролик. Я вам скажу прямо, я полчаса тупо копался в интернете. Понимаете? Потому что у меня все ролики, у меня вот в памяти компьютера старые. Там экотехнопарк еще прошлогодний. А я хочу отослать человеку и думаю, а что же я ему отошлю? Он скажет, что ты мне прислал, там половинчатое решение, а ты говоришь, что тут все решено. То есть, понимаете меня, да? Это хотя бы вот такой вариант. А если это уже системно обновляется, это системно есть, кто-то может сказать, да, в Capital другая задача, дорогие друзья. Для этого создана и проработана система Apply. Про цену, Артур, узнаете. Она будет платная. Годовая, полугодовая оплата, она невысокая, все будет объявлено, когда это дело выйдет. Вот. Какое-то время, месяц, Зинаида, месяц будет бесплатно, а дальше будет там тогда уже объявлено. Вернее, объявлено будет сразу, сколько это будет стоить, как только это будет выставлено. Так, есть ли еще по оплате сейчас вопросы? Если нету, давайте пойдем дальше. Нет, не помесячная, плата будет полугодовая, годовая. Может быть выйдет, но там не имеет смысла, там, ну попробовал, ну что толку, вы месяц попробовали и все. А дальше это такое, знаете, или вы будете пользоваться, или не будете пользоваться. Поэтому вот как раз за месяц вы это себе определите. И когда вам надо будет, возьмете на полгода и отработаете, потому что там есть нюансы, когда... Все зависит от того, насколько вы серьезно хотите заниматься предпринимательством. Или хотите, скажем, вот финансовой грамотности будем говорить. Как вы позиционируетесь? От этого и зависит, дорогие друзья. Так, идем дальше. Дальше у нас начинается, вот, значит, я еще вернусь обратно. SMM, социальная масс-медиа. Это тоже мощнейший инструмент. Готовится сейчас... возможность, скорее всего, будет у нас платный, готовят партнеры, с которыми мы сейчас общаемся. У них есть подготовлен курс вебинаров. Вот, это будет платно, потому что это инструментарий, как пользоваться социальной медией, масс-медией для того, чтобы вести свое предпринимательство. Это инструмент. Это так же, как, например, столяр идет, покупает там рубанок, если ему нужно, электрический сегодня. Вот. Или станок какой-то там, значит, CNN, почти робот или полуробот, вот, и так далее. Так и здесь инструментарий, который позволяет расширять так называемый рынок охватывания возможных партнеров, инвесторов и так далее. MLM, многоуровневой маркетинг или multi-level маркетинг. Здесь тоже очень важно понимать, дорогие друзья, то, что это инструмент. Он незаслуженно, благодаря или не благодаря, а значит, по заслуге тех, кто, пользуясь этим инструментом, понаделали очень много недобрых дел. Инструмент-то эффективный, это ровно как с машиной, понимаете? Вот в руках умного и доброго человека это, скажем, средство передвижения. В руках бандита это средство, значит, разбоя или еще чего-то. А пьяницы и глупого человека это инструмент убийства, понимаете, себя или других людей. Потому что никогда не знаешь, что может произойти. Так и MLM. Это инструмент, который зависит от того, как им пользоваться. И поэтому в нашем случае мы пользуемся и будем пользоваться им очень эффективно. Это абсолютно современный инструмент, и мы о нем мало сейчас слышим, или вернее много слышим, будем слышать еще больше. Маркетинг. Кто чего знает? Многоуровневой маркетинг. А кто знает вообще о маркетинге что-то? Каковы элементы маркетинга? Не зная системы, очень трудно. Да, кто-то может там сказать сейчас, ну, неважно, я же не знаю, как машина сложена, тем не менее я на ней проезжаю. Правильно. Но в принципе-то вы знаете, что есть колеса, есть привод, есть топливный бак, есть руль и есть вещи, которые вы на права не сдадите, если вы не расскажете, что это такое. К
как минимум, понимаете? Вот. Что-то надо знать. То есть основные элементы системы машины надо знать, как им в маркетинге. То есть, если вы хотите действовать, быть предпринимателем, надо знать компетентно, что такое маркетинг. Не надо в детали вдаваться там в теории маркетинга. Не это важно. Важно, пользуетесь ли вы всеми элементами маркетинга или нет. Финансинг, финансирование. О финансировании мы еще меньше знаем. Не буду сейчас здесь распространяться, мы немножко еще придем сегодня и со временем будем все больше и больше это захватывать. То есть, понимаете, организационно-правовые вебинары время от времени будут чередоваться вот такими вот, скажем так, инструментарно-финансовыми вебинарами. И teamwork, или так называемая групповая, или же командная работа. Тут можно и так использовать этот термин. Это есть прием, или опять-таки как инструмент. Надо опять-таки знать, что делать и как собирается команда. Одно дело ее, скажем, обругать эту команду, другое дело творчески поработать с командой, получить общий результат. Если все поучаствовали в этом результате, то этот результат или эти действия будут приняты. Если нет, то ты плохой управляющий, плохой партнер, ну, в этом смысле, скажем так, в условном смысле этого слова, и команда не работает. Не использует своего потенциала синергии совместной работы. Вот. Хотя каждый может быть там достаточно потенциальным человеком. И teamwork это еще, кроме того, есть, я сказал о том, что это как инструмент, и это работа в команде. Этому тоже надо учиться. И это потихонечку мы к этому сейчас приходим. И вы время от времени будете участвовать. Причем уже целый ряд вот из этих элементов будет рассмотрен более подробно уже теми специалистами, которые не в общем говорят об этом, как я сейчас вам, а которые по содержанию проведут несколько интересных работ в Москве на конференции. Так что готовьтесь. Вот. Теперь дальше. Переходим к финансовой грамотности, но сначала еще поговорим про предпринимателя-инвестора. Это некоторая, может быть, и знакомая схема, она чуть-чуть дополнена и слегка. Там был инвестор-предприниматель, здесь предприниматель-инвестор. Какая разница? Ну, разница есть. Значит, не будем сейчас в ней разбираться. Главное, что в ней заложено в это понятие. Это человек, который предприниматель, он стал, занимается инвестированием, вот, создает, с одной стороны, создает свой бизнес. Вот в нашем понимании я закладываю сюда и предлагаю вам так использовать это. И с другой стороны, создает портфель акций. Мы чуть позже в финансовой грамотности поговорим, зачем нужен портфель акций. Вот. Создает свою структуру, по первому пойдем. Создает свою структуру, то есть свой бизнес. Создает свою структуру, вот признаки, что ты этим делом занимаешься. Формирую команду, а это значит работаю с ней. Повышаю свои компетенции, обучаюсь. Обучать тоже компетенции, дорогие друзья. Получаю поддержку всемирной организации. Вот она, всемирная организация поддержки SkyWay. Работа идет. Она иногда раньше называлась, там пытались ее назвать фондом, ассоциацией и так далее. Работа в этом направлении идет, так же как и с крипто. Будьте уверены, когда наступит время, вы об этом, обо всем услышите, когда все созреет. Веду бизнес-инвестора MLM, пользуюсь. Бизнес-инвестора MLM. Обучаюсь и обучаю. Вот создаю свой бизнес. Директор команды или член команды, лидер команды в данной ситуации. И это несколько отличается от директора предприятия. И от предприятия. Но тем не менее, это бизнес, это предпринимательство. С другой стороны, это с чем связано? Поддерживает это направление то, что у тебя или у вас создан портфель акций. А это есть, что дает портфель акций? Дает возможность кооперации в проектах в различных потом. Я сейчас кооперируюсь своими средствами с компанией, но в дальнейшем я могу это использовать. Вот. Дальше, вхожу в Всемирную организацию поддержки SkyWay, уже говорили, активизация акций через, есть возможность, дает мне возможность активизировать их через адресные проекты, я могу инициировать адресные проекты,
Это тоже бизнес, понимаете? Отсюда тогда переходит еще седьмой. Работаю в проектах или инициирую проекты, получаю с них доход. Активизирую свои акции, получаю восьмое, еще здесь. То есть понятно, как это связано. А это все Всемирная организация поддерживает. Но вот смотрите, какая легкая модель бизнеса. Ну, не знаю, кто куда хочет прийти. Ты или вы знаете, где вы хотите быть через 5, да через год, через 2, через 5 лет, через 10 лет и так далее. Это все из этой серии, дорогие друзья. И вот теперь, что говорит Киосаки на этот счет. Смотрите. Значит, Киосаки. Схема денежного потока бедного человека. Вот и разбирайтесь, who is who, кто есть кто. Отчет о доходах. Это доход, расход и расходы, да? Источником дохода является работа, средства, зарплата. Вот она проходит и уходит куда-то. Балансовый отчет пусто. В активах, в пассивах ничего нету. Вот здесь как сквозняк. Работа, человек поработал, взял, получил зарплату, расходы все съели. На налоги, на питание, на квартплату, на одежду, на транспорт. Еще, глядишь, пошло, понадобилось от кого-то идти занимать, тогда и здесь еще появится что-то. То есть, это абсолютно 90%, к сожалению, так и действует. Но вы видите, что здесь перспектива. Да, кому-то, может быть, нравится крутиться в бильчьем колесе, это тоже жизнь. И кто-то называет это жизнью. Дальше смотрим. Схема денежного потока только представителя среднего класса. Тут уже несколько интереснее. Отчет о доходах. Доход – это зарплата. Но зарплату человек вкладывал и какие-то свои доходы, закладывал пассивы. То есть ипотечный кредит брал или берет, у него есть он. Потребительский кредит, кредитные карты. Но это пассив, это не актив. Что, чем отличается актив от пассива? Пассив – это то, что не приносит дохода. Активы приносят доход. Поэтому в балансовом отчете только расходная часть. И они не балансированными. Баланса-то нету. Что тут в активах? Ничего нету. Ничего. Поэтому только пассив. Только расходы. Зарплата ушло и опять ушло на сторону. Потому что в расходах что у нас? Кроме этого еще. От зарплаты. А выше зарплаты, это среднего класса человек. Он покрыл свои вот эти расходы. У него появились средства. Он взял ипотечный кредит. Вот потребительский кредит, кредитные карты. Еще у кого-то занял, может быть, да. Ну вот за ипотечным кредитом все кредиты стоят, например. То есть, опять-таки, то же самое, но уровень жизни несколько лучше, чем в первом случае. И теперь посмотрим третий вариант с вами. О, схема денежного потока богатого человека. Доходы. Каковы? Что является его доходами? Рентный доход, дивиденды. Начинает уже просматриваться где-то вот, скажем так, то, о чем мы тут говорим с вами, да? Проценты от чего-то там. Ну, например, от участия в адресном проекте. Своей доли какой-то определенной. Гонорары. Гонорары о чем могут быть? От интеллектуальной собственности, от песен. Там, я не знаю, еще от чего-то. То, что разработали. Это все доходы. Покрыл свои расходы, налоги, выплаты по ипотеке. И что? У него появляются активы. Есть активы. То есть ипотечный кредит, это все есть, это пассивная часть. Но у богатого человека есть недвижимость, которая приносит доходы. Это активы уже, они приносят доходы, видите? В доходную часть. Это рентный доход, например. Акции что приносят? Дивиденды. Облигации тоже дивиденды. Или доход от их продажи. Купил за 5, продал за 10, условно говоря. Расписки долговые. Ну, это такие вещи, как они есть. Они есть расписки долговые государственные. Мне частные долговые расписки не нравятся. Вот. Но, тем не менее, есть люди, которым нужны деньги. Есть люди, которые могут дать эти деньги. Тогда могут быть тоже долговые расписки. Но я за ними вижу хороший смысл. Потому что зачастую долговые расписки бывают очень нехорошего содержания. Интеллектуальная собственность. Это гонорары. Об этом я уже сказал, что за этим может стоять.
То есть баланс здесь в данном случае у бедного или у богатого человека абсолютно отличается от баланса человека среднего класса, у которого в активе ничего нету, да, в активе. То есть в том, что приносит доход, видите, в данном случае. Активы приносят доход, этого нету. В нашем случае мы уже движемся к этому. И если мы посмотрим эту схему, то практически это все работает на то, чтобы у нас активы росли. И поэтому надо понимать, что такое богатый человек, какова схема или система его баланса и доходов, расходов. Хотя это очень тривиально и просто все, дорогие друзья. И теперь посмотрим смена отношения, схема отношения к дому. Вот зачастую люди говорят: о, я богатый, у меня дом, значит, этот самый. У богатого человека где дом стоит? В пассиве. Да? В пассиве стоит. То есть у богатого человека он в расходах. А фактически, а у бедного человека в активах, он считает, что он богатый, но фактически этот дом несет у него только расходы. Понимаете? Это он с него ничего не получает, он сам в нем живет. В крайнем, в лучшем случае он, скажем так, не платит, как некоторые говорят: ну я не плачу зато там квартплату. Ну, пардон, все расходы, те же самые коммунальные расходы по дому тоже надо платить. Поэтому он находится, а человек представляет, относится к дому как к активу. Что такое актив? Мы с вами говорили. Активы — это то, что приносит доход. Видите? То, что приносит доход. В данном случае неправильно или, скажем, искаженное понимание бедного человека, что у него есть активы, это дом. Это превратится в активы только в момент продажи. В момент продажи человек, продавший дом, да, действительно, если его расходы и доходы, то есть превысят доход от затрат, которые были на дом осуществлены, то он получит доход. В противном случае он просто сбалансирует свои бывшие расходы с тем доходом, который он с единовременной продажи этого дома получит. И все, и ничего больше. А богатый человек изначально дом держит в пассиве, то есть в расходной части. Видите, в расходной части. И поэтому он занимается наращиванием активов, правильных активов. И это очень важно, и это надо учитывать, дорогие друзья. Почему, странник, зачем богатому человеку брать кредит? Очень даже, вы понимаете, ведь имея, зная свой финансовый поток, да, лучше взять кредит, чем что-то продать из активов. Ну, например, акции Skyway. Зачем их продавать? Я лучше возьму кредит, зная, что это акции железно будут или уже работают в какой-то момент. Я эти акции я сохраню. Они у меня здесь будут. Что они приносят? Они приносят дивиденды. Правильно? А так я дойную корову продам ради чего-то, чтобы там, я не знаю. Да, если я их продам ради того, что мне аналогичный доход, аналогичный как бы активный или, скажем, пассивный доход принесет. То есть я не сильно буду биться, но денежка все время будет в доходы идти. То другое дело. Что-то лучше, чем акции Skyway там, или какой-то другой компании, Apple или еще что-то. Но в противном случае лучше мне взять кредит. Заложить там сколько-то акций, вот, не продавая их, и использовать, купить дом, он начнет приносить арендный дом, или там, я не знаю, там еще что-то. Трактор, например, или там грузовик, нанять туда человек, он будет ездить, развозить грузы, да, опять будет, он оплачивает свою работу, будет какой-то доход, и это будет доходная часть уже. Грузовик будет работать, он сам будет находиться здесь, если я, вернее, ипотечный кредит будет здесь, но грузовик-то я уже сюда перенесу, в активы себя, и он будет приносить мне доходы. Хотя, в принципе, когда я вычту расходы и доходы, то он будет приносить доходы. Вот зачем человеку кредит. Так, кредит. Есть еще вопросы здесь по этому поводу, дорогие друзья, или
соображения. Так, не видно. Так, тогда давайте еще пару вещей посмотрим. А, это мы смотрели с вами уже, да? И в завершение вот этого, этой части хочу сказать, здесь написано, что здесь ипотека в пассиве образует только расходы и работает на других. Вот, в данном случае у богатого человека. Но тем не менее, это так. И это правильно. И в данном случае активы тоже работают на других людей. У бедного человека. Для развития бизнеса, например, купить квартиру и сдать в аренду. Да, правильно, как вариант. Правильно. И куда мы тогда, Ирина, занесем квартиру, когда мы купим ее? Таким образом, как вы. Мы ее занесем сюда. А кредит останется здесь. Баланс. Квартира А на улице. Бронный и кредит 1 000 000 рублей. Квартира приносит это, от доход мы оплачиваем расходы по кредиту, да, выплата по ипотеке или почему-то еще здесь. И тем самым балансируется актив с пассивами. Все правильно. А даст ли под залог акции Ирина? На данной ситуации, на данный этап не даст, потому что акции Skyway, как я вначале говорил, если были вначале, они являются акциями закрытого акционерного общества и не котируются, и не представлены нигде на открытом доступе. Поэтому банку трудно сказать, и он не будет даже этим заниматься. Хорошие это акции, плохие ли акции и так далее. Поэтому есть так, как есть. А даст ли банк в актив, Ирина? Ирина, в актив. В актив, может быть, да. Так, и если нет вопросов больше, тогда идем дальше. Здесь мы смотрели. А, дальше уже благодарю вас за внимание. Таким образом, дорогие друзья, сегодня несколько покороче сделаем вебинар. Если у вас вопросов нет и предложений, то я заканчиваю тему. В следующий раз у нас будет вебинар 16 ноября. Мы там будем говорить про оплайн, будем говорить немного о финансовой грамотности. Так, Ирина Владимировна, скажите, когда ожидаются дивиденды по акциям? Ирина, вы были на прошлом вебинаре? У меня, к сожалению, я стер, очищал здесь кабинет. Значит, для этого посмотрите бизнес-план. У вас есть в документах бизнес-план строительства или бизнес-план развития экотехнопарка. Там есть таблица 9.1. В этой таблице сказано, что по бизнес-плану первые дивиденды мы будем получать в 2019 году по результатам 2018. Те, кто уже не первый день или не первый раз на моих вебинарах, я уже неоднократно говорил, что поймите правильно, что по результатам текущего года дивиденды и все, скажем, пряники раздаются во второй половине следующего года. Почему? Потому что первая половина следующего за отчетным годом года является так называемой аудиторской половиной, когда все счета, все дела сводятся. И это касается не столько Eurasian Rail Skyway Systems Holding, компании, чьи акции мы имеем, сколько ее дочерней, извиняюсь, материнской компании Global Transport Investment, которая является фактической, скажем так, денежной машиной или центром наработки тех средств, из которых перечисляется по привилегированным акциям 20% от прибыли распределяемой в конце года по результатам прошлого года, да, в следующем году. Вот принимается решение, а это решение, оно уже, то есть тут принимая, не принимая, это по закону положено 20% от при распределяемой прибыли сразу перечислить дочерним компаниям, которые являются владельцем этих привилегированных акций. И это есть источник поступления наших денег. И все, и практически там проводится только оформление
И дальше начинается оплата. Ну, обычно это займет где-то месяц после принятия решения, распределение и рассылка этих средств, дивидендов по счетам людей, которые этим, ну, как бы имеют эти акции. Так, скажите, где посмотреть нотариальную передачу? Как? Нотариальную, где посмотреть? Скажите, где посмотреть? Посмотреть нотариальную передачу акций. Нотариально ничего не передается пока. На дивиденды будут иметь все те, кто находится в регистре или в реестре акционерного общества, являются акционерами. Да, абсолютно правильно. На дату, там, значит, сейчас я вам скажу, на дату принятия решения. Нет, не на дату принятия решения, а на дату, на отчетный год. И когда, допустим, прошел 2018 год, как мы говорили, дивиденды будут выплачиваться в 2019 году, то вот если акционер был, и если он, или когда он продает, допустим, 2018 год до 31 декабря он был акционером, а в 2019 году там, ну вот понадобилось там ему деньги, он продал эти акции, ну неважно, или какую-то часть этих акций, то с проданных акций, когда они продаются, если на бирже продаются, они будут только продаваться на бирже, то в цене уже заложено то, что он этих дивидендов не получит. Понятно, да? То есть он сам смотрит. А поскольку это биржевые, если не на бирже находится компания, а, скажем, ведет реестровый учет сама компания, и акции не в свободном доступе, а во внутреннем, тогда и продаются акции, тогда договариваются сделкой купли-продажи, как поступить с дивидендами. Получает ли их владелец, который был весь год, или же уже условно примерно известно, что и как год был, стороны договариваются, что эта сумма такая-то, она прибавляется к стоимости акций. Или же тоже, как правило, закладывается в ту цену, по которой эти акции продаются. Но это только в том случае, повторяю, только в том случае, если это, скажем, решение принято и компания это имеет. В нашем случае у нас такой возможности пока нет. Хотя все может измениться. Это акционер общества может принимать решение, когда акции СКВ будут представлены в открытом доступе. Ну вот, трудно сказать. Открытый доступ может быть и через ICO, и IPO. Я так, опять, мой прогноз. Я думаю, что сам процесс, вот с момента, когда будет объявлено, что мы выходим в IPO, например, я говорю за IPO, я там немножко больше знаю, чем в ICO, да, то как минимум займет год времени. Ну вот сегодня, значит, у нас какое там первого этого, но я не знаю, должно какое-то чудо быть, чтобы за полгода выйти. Это лучше, от полугода до года займет это времени, чтобы выйти на биржу, в IPO. Вот считайте, когда. Очень ждем, да, ждем. Но смотрите, Елена, я хорошо. Вы ждете их, вот что надо ждать. А вы ждете того, чтобы здесь ходить, как минимум, если не вот этого, да? Вы сразу же, продавая акции, лишаетесь будущих дивидендов. Правда, получаете сумму, закрываете какие-то дыры. Да, жизнь есть жизнь, поэтому всегда надо думать, что и как делать. И таким образом, есть ли еще вопросы? Благополучие, благодарю. Да, спасибо. Я вас тоже благодарю, дорогие друзья, за поддержку, за вопросы, за терпеливость вашу. Вот, желаю завершения ваших дел, доброго здоровья, счастья вам, вашим близким. Берегите себя, строй сковей, спасай планету. И мы это сделаем.